Жители китайского Харбина начали завидовать русским кошкам, амурским тиграм, которые содержатся в местном зоопарке. То, что вы сейчас видите, не фотомонтаж. Тигры так хорошо живут, что почти перестали ходить, не то, что бегать. Не нужно быть эндокринологом, чтобы понять, абсолютно вся стая страдает ожирением. Причины две. Естественные, набирая вес, дальневосточный тигр переносит крепкие морозы и, руко... и рукотворные. Человеческий фактор. Щедрые посетители буквально закармливают народных любимцев. И это главная претензия защитников животных к смотрителям парка. Занесенный в Красную книгу зверь должен быть в форме. Амурский тигр и без лишних килограммов. Самый большой тигр в мире.